Всем с вами Грегори, и это 25-я серия второго сезона проекта «Город в Майнкрафте». Сегодня в этом выпуске пока что не очень много обновлений, друзья, но тем не менее, друзья, присаживайтесь поудобнее. В общем, первое обновление – это по заказу одного чувака, его зовут Владислав. В общем, Владислав попросил, чтобы я построил магазин бытовой техники и электроники. Ну что, вы приняты, вот, принимайте магазин «Эльдорадо». В общем, предыстория такая, в общем, я изначально хотел что-нибудь построить. Изначально планировалось типа сделать либо РБТ, либо ДНС, или даже Стилен, но выбор у меня попал только на двух кандидатов, либо NVIDIA, либо Эльдорадо. Ну, разумеется, я выбрал Эльдорадо и начал строить. Разумеется, то есть не отдельное здание, а пристроенное к пятиэтажке, которая сейчас там находится пятерочка. Кстати, я еще добавил логотип пятерочки Эльдорадо. Кстати, он такой вот выкрас, раньше был красного цвета, сейчас он зеленый. Также добавил надпись Эльдорадо, здание, можно сказать, верхняя часть из белого бетона, остальная часть стены из серого, точнее, цвета серого, а окна зеленого цвета. Надпись магазин Эльдорадо. Тут у нас дофига кассы всего, то есть тут у нас кассы, тут у нас проход в магазин. Дальше справочная на случай, если некачественный товар. Дальше сами полки с бытовой техникой, электроникой, то есть типа различные телефоны, ноутбуки, различная бытовая техника и так далее. В общем, вот такой вот магазин. Летим дальше, тут у нас еще одно здание. Пока что внутри пусто, ничего нету, но Если у вас есть идея, то напишите в комментариях, что помещение туда пристроить, что добавить в то здание, сказать, пристроенное помещение. Если что, адрес этого здания — Шапоковская улица, дом 16. Поэтому если хотите, чтобы что-то было там, пишите, предлагайте свои идеи, что туда построить. Ну и просто напомню, что адрес этого помещения, которое пристроено в этой пятиэтажке, Шапоковская, дом 16, и все. Это было первое, второе обновление в Москве. Ну как первое, второе. Так, то есть, сказать. Да. Следующее обновление — это 3 новых живых дома. Кстати, вот я добавил флаг СССР на 10-этажку. Ну вот это вот. Вот так вот выглядит пятиэтажка. Такая пятиэтажка. Это еще одна десятиэтажка. Кстати, да, вот про десятиэтажку я могу говорить об этом видео, но скажу одно. Это здание пародирующее дом серии 1R447S-25, то есть десятиэтажку на основе хрущевки, правда? Правда, в оригинале в заднике окон всего 5, а тут 4. Тут 4 окна. Давайте зайдем. Вот это вот дом, вот эти дома. Кстати, вот верхняя часть дома, можно сказать, такая обычно простая, лаконичная, ничем. То есть ничего особенного здесь нету. Тут у нас мусорка. Вот в подъезд. Давайте поднимемся на последний 5-й этаж. Вот 10. Пошли в эту квартиру. Тут у нас такой вот коридор. 12, то есть размер 12 квадратов. Первая комната такая вот. Комната с балконом. Такой вот с балкона видно. На пару многоэтажек, еще на пятиэтажку вдали вместе с магазином Аккорд. На Макдональдс видно. На школу. В общем, идем дальше. Тут у нас кухня. Сюда две печки стоят. Дальше стулья и стол. Ванна эконом класса, если что. Туалет. Вот. Два на два, там 4 квадрата.
Надо было взять квартиру, поднялся на последний этаж. Вот зашли, тут у нас внутри такая голая крыша, то есть нету ни антенны, ни кондиционеров, ничего. Этот дом тот же самый, и квартира в Москве идентичная, то есть одинаковая. Так что особо заскакиваться ему не будем. И перейдем к 10-этажке. Вот он. Выглядит. Вот так выглядит первый подъезд. Здесь вот. Одна левая сторона 3 окна, справа то же самое, а посередине. Ну, посередине, так сказать, подъезд. То есть окна подъезда. Я, знаете, что я думаю? Это, так сказать, не. То есть, это средний между дома серии 1R447S 25 и домом из военного городка. То есть он такой среднячок, скажем, гибрид другим способом. Но самое интересное, друзья, прячется у нас прямо где? Правильно, именно внутри дома. Внутри у нас лестница, лифт есть, ну, так что поднимемся на последний этаж. Прямо в самый последний. Вот. Так вот у нас, такая вот у нас квартира, тут у нас 4 кровати, диван, сундук, телевизор с тумбочкой. Балкон такой вот. И вот отсюда видно на эту 10-этажку, еще на школу и еще одну 5-этажку. То есть просто 5-этажку, оговорился. У нас кухня, то есть холодильник, печка, сиденье и стол. Коврик вон. Тоже сундучок, и тут сундучок. Туалет. Ну и точнее санузел. Тут у нас ванная такая вот мысль. Экран у вас и тут. Судя это обычный санузел. А, ну еще и полки с кишкой стоят. В принципе, вот этот, вот так вот. Десятиэтажка снаружи. Кстати, друзья, подъезды и квартиры одинаковые всего. Двухпарадное здание, друзья. Квартира одинаковая, так что особо, так сказать, зацикливаться также мы не будем. На этом 25-й или 24-й выпуск этого второго сезона проекта «Город Майнкрафт» подходит к концу. Понравилось или нет, решать вам. А с вами был Грегори. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите свои идеи. А с вами прощаюсь. Всем удачи, всем пока.